меня такое ощущение, будто я в толпе народа. Шримпасист. Хреново играть с мелкими настройками. Вообще, короче, жесть. Я, блин, никого не вижу. Здесь по-другому вообще никак. Попробую с простым шаблоном, короче. Ну, хз, наверное, лаги лютые будут. Ну, хз, как тут сливается, вверха столько народу, что там. Там два клана, так что я не думаю, что на замесах они должны сливаться. А в плане ГВГ я не знаю, почему они сливаются. Короче, я так попробую. Если будет стрим лагать люто, я назад верну. Хоть эффекты убрать. У тебя не так убрано, но это вообще прикол, конечно. Да. О, прикол, да? Попал по вам. Секунду, секунду, секунду. Сколько, сколько, сколько? 19к. Вообще огонь. Хреново играть, когда не видишь, с кем и где. И откуда нападают. Жизнь, боль. А ты говоришь crazy fast. Вот тебе... простой пример. Так что сейчас. Я специально для тебя стараюсь. В этом и есть фишка стрима. Меньше видишь. Лучше играется. Заебись, да? 19к. А ты говоришь, мод нормальный? Как тебе? Теперь ты понял, да? Насколько надо надонить, чтобы... или нафармить, чтобы хоть нормально играть. Ники? Зачем тебе Ники?
О, я крипов бить начал, наебись. Могу понять одного, почему наш супер ПЛ почему-то все время лезет в толпу. Jätkub ja Raadio Sky Plus eetris läheb edasi ka saade nimega Hirmu Faktor, mis täna on 100%-liselt pühendatud Hirmu Faktori kodumaistele resident külalist DJ-dele. Saate esimeses pooles kuulsite te Kert Lausi eelmisel nädalal juba korra eetris kõlanud miksi, aga kuulajate suure nõudluse tõttu mängisime teile sellel nädalal Kert Lausi värsket house muusika miksi korra veel. Mina, Kristjan Hirmo, esitlen teile nüüd aga mehi, kes peaksid olema samuti Hirmu Faktori kuulajatele tuttavad. Need on Tartust pärit kaksikvennad Artur F. ja Mark F. Mujal maailmas tuntakse neid aga koondnimetuse Bombosa Brothers all. Ja selle 2015. Aasta suvel on läinud Bombosa Brothersil juba väga hästi. Neil on olnud esinemisi nii Londonis maailma kuulsas klubis nimega Ministry of Sound. Nad on tuuritanud Hispaanias ja loomulikult jõudnud ka maailma kõige kuumemale peosaarele Ibizale. Mänginud seal erinevates klubides. Lähiajal võib Bombosa Brothersit kohata veel meie põhjanaabrite soomlaste juures Helsingis ja sellises eestlaste jaoks võibolla isegi pisut eksootilises paigas nagu Dubai ja ikka klubides muusikat mängimas. Bombosa Brothers on saanud esineda selle nime all ka juba Eestis ja 2015. Aasta suvi jääb neile kindlasti meelde, kuna noormeestel on õnnestunud sõlmida leping inglise agentuuriga Book Up, mille raames võib neid siis Euroopa erinevates paikades esinemas näha ja kuulda. Mina mängin teile aga täna saate teises pooles ette. Я предложил лучше смотреть с калькулятора. Я вот, например, с калькулятора играю. Ja selle kannavad ette Artur F. ja Mark F. ehk Bombosa Brothers. Ой-ой-ой. Боссы бегают. Жоп боссов. Да, на самом деле нет смысла спорить, с компа нереально смотреть. Если с телефона еще. Ну, я, например, с телефона у меня стрим правильно стоит, я вижу. С компа я сразу скажу, нет смысла смотреть. Там такая людь будет. Там не то что квадраты. Все, что за ребаф. Вот видите, короче, пока здесь РХ не будет, простой шаблон, как только замес начнется, я уберу.
Так. Короче, ГВГ было, когда последнее, еще до объединения. Крипы бьют, охренеть. Хреново так работает, но есть один плюс. Хотя бы. Блях, с ним питбитлуком, короче, на максимальной дистанции стоит, ассисты раздает. Стоит, короче, ассисты раздает на максимальной дистанции. Блин, нихера не могу сделать. Ой. Кстати, Искарион победил против саботажа. Блин, чё сказал, от босса отходим. Полпати сдохла. Чем ребята слушают? О, ну-ка. Кстати, парень с R9, R3. Прикол, да? Не зря донил.
3 упало просто так. Я офигею. Жизнь, да? Как бы вы сделали, а? Раньше чел вдонил и может один тащить, сейчас бы вдонил от простых ребят свалился. Прикольно, да? Ты не поверишь, Римп. Тут всех ломают, как спичку. Расскажи мне, ну, как на ПВИ не ломают под ассистом всех. Шарим пассист. Потом вкусный. Да закрой.
Ничего, что ты лук. Просто Шрим бог. Он всех один убивает. Да, 3 минуты. Ща, все будет. Он один вложил 80 человек на ГВГ. Им даже видос делал, показывал мне, честно. Ты не знаешь легенду о великом Синем Шримпе? Это вообще король ПВ. Он на турнире всех один разложил. Он говорит, на турнире мне не нужны люди, я один буду тащить. Вот почему я не люблю пати, где ПЛ лук. Пиздец, у него он дает ассист, у него дистанция офигенная. У меня, чтобы до него добежать, еще надо добежать на мои скиллы. Я еще не представляю, как... Не представляю, как с маленькой дистанции ребята нормально стоят. Пипец, 4К. Угу, посмотрите на меня. Потом посмотрите эти шмотки. Блин, ПВ такая игра, вот чем нравится мне. То, что ты можешь вдонить хоть, не знаю, квартиру в эту игру. Один на один будешь убивать, а вот под ассистом тебе ничто не поможет. Даже средние игроки просто его уничтожат. Весь прикол, да, нет смысла от Тина в замесе как ПЛ.
Понимаешь, он ближний. Все... Ну что, он в толпу войдет, получит пару массов тех же шаманов. И все. Вот оно, все счастье. Еще бесит, когда говорят, сначала один ассист, потом другой. Ладно. Ассистом 30+. Я уж уверен, что у кого... Посмотри на наш пати. У нас пати, ну, так сказать, скажи, что прям дамажная. Фига, она даже не дамажная. Слип, ну, офигею. Обожаю этого босса. Слип. Ну ладно, это точно не босс, просто слип так давно. На самом деле... Я рекомендую играть всем с таким вот, которые видно только важных игроков. Это вообще нежданчик везде. Гопнуть, ё-моё. Эй. Так босса никто не бьет. Весь прикол. Ходит сюда, чтобы пофаниться. В конце. Перед 12 часами. Видимо. Почему я начал говорить про квартиры, да, про 12-го того парня, R9, R3. Шримп, я не просто так начал про это говорить. Ты видел, как он слился? Просто только ассист дали, там по пару тычек скинулись, и он сдох. Устрею. Да, проверим дамаг лично от меня по этому нуку. Итак,
по целой тысяче бью. Да я мужик. Надеюсь, он не развернется. Ладно, все. Хватит. Круто там раздели в имунку. Ну, хз насчет танка. Мне кажется, с танком вообще как-то это прокатит с танком, мне кажется. Мне кажется, такого вообще на ГВГ тяжело будет убить. Вот то, что я вижу с луком. Кстати, да, пробовали на турнирном сервере. На турнирном сервере, короче, пробовал стража с фулл ПА и с фулл ПЗ. С П
ПЗ, короче, вообще никто пробить не мог. Я в толпе бегал, ничего не могли сделать. Ну, понятно, что там под ассистом он грибал. А СПА, ну, дамаг большой и падает легко. Так что... Блять, фига, 7к ударил, так бы всегда влетал. Да, все-таки вот чем нравится Траш? Крита Берц, блин. Как если вылетит, то можно. То счастье не берешься. Приятно играть, когда криты берцем летают. Смотри, смотрите, и он дает ассист. Вообще на другой стороне поляны. Как он? Пиздос какой-то. Дал ассист на другую сторону поляны. По-моему. Как он, интересно. А, во все, ну, весь смысл в том, что... Пать один лук, да? Ну и как вот, посмотрите, два сина, вар, страж добежать оттуда. У меня на максимальной дистанции у лука только два скилла. Прыгай ты уже. Весело играть. Очень. Либо страж какой-нибудь стан массовый. Чтоб помобильнее был герой. Не знаю, там со стана влетел в толпу. Здесь кто-то есть, что ли? О, точно, здесь кто-то есть. Да, я бегаю. Без бафов, без всего. Зачем баф отправить? Прилетел и так нормально. 30 пз. Кому они нужны? Так нормально. Парень на ассист, там чего улетает. Ассисты раздают. Бать, смотрите, смотрите, где он бежит. Вон там, вот здесь он ассист дал. Вот это мастерство. Да. И не поспоришь с Пэлом, да? Да не улетает, ему что за ним бежит.
Ага, все побежали на ребаф. Что значит мясом одного? Ну, типа того. Ну, как кого ассист дают, того и бьем. Пать. Так-то не все. Не весь онлайн. Вообще, я последний раз смотрел, было 5 патик. Значит, ну, человек 50. Но не все 50 же одного убьют. Это вообще нереально, как ты... Скажешь кому-то ассист, да, и... О, продолжение. Продолжение веселья. Мне даже смешно, когда я тричи зажигаю. Есть. Что ты хочешь? Ты хочешь, я тебе передал привет в мир? Кручу-верчу. Прикольно поставить карусель и смотреть, как все умирают вокруг. Можно представить, что это я убил кого-то. На самом деле, это не я. Ладно, надо перезайти. Что за трели? Чем жопу? Да. Тот дед там говорил, в истории рассказывал, как он девчонок кадрил, да? То еще один появился. А.
Ну, он же вроде каждый день стримит. Просто я как не заходил там на Twitch посмотреть, видишь, он там... Что он делает? И то, что мы с дедом раз в полгода. Поляна. Парень стоит. Хреново, когда ПЛ лук, блин, а остальные все. В райских луках вроде еще дальше, да, расстояние? Я не помню. Расскажи мне, Шарим, правду. Редко очень бывает. Играет вроде. Так хз, я говорю, я сам не играл последнюю неделю. Ой, месяц. Бля, синька ударил. Аж охереваю иногда. Тут прикол, да? Симка. Ну, блин, так-то я играл. Если я не стримил, то не значит, что я не играл. Да, я где-то читал. Что там за обнову-то? Ударил по 800. Не кажется? Либо у нас пати не работает, либо я так люто лагаю, что не могу ударить. Пинезон в один, с одной стороны я сизнал, побежал в другую сторону. Веселье, весело. Под носом всякие шкоды стоят. Чё? Фига себе, он сейчас дал ассист, когда нас всех поймали в саранчу. А, там типа ХП добавят, да?
Нихуя, я там 13к ударил по апельсину. Вот это прикол. По некоторым бьешь, думаешь, о, да вообще бог, короче, не страшно. По некоторым бьешь, блин, вата-вата. Смотришь, вообще никакого дамага нет.